Доброго времени суток, дорогие друзья. Я пришла домой, ездила работать в библиотеку. Вот. Что в моем рюкзаке решила снять? Надеюсь, мне видно. Вода. Просто он такой тяжелый. Ну, кошелек раньше за это нужно платить. Чипсами со мной поделились. Я брала немного сока, половина его выпила. Взяла себе, так как у меня будет сейчас типа выходной, еще один. Фиг его знает, особо сильно как-то на улицу выходить не хочется. Очень сильно болит голова из-за нагрузки. В общем, взяла колбасу чуть-чуть. И я успела заехать в библиотеку. Ну, это у меня всякие разные... Ой, все летит. Значит... У меня слетела закладка, слушайте. Я брала с собой конспекты, и у меня, походу, слетела. Ну, всё равно. Ладно, придется искать. В конспектах записки сумасшедшего. Значит, что мне понравилось, взяла такую вот маленькую закладочку. Видно? Мне понравилось. Значит, перестать читать книги, значит, перестать мыслить. Очень здорово. А вот, если можно будет потом взять еще, я, может быть, еще несколько возьму, честно. Потому что я сейчас в закладках использую не фантики, а эти закладки. Так, и это у нас с вами еще не все. Значит, я сейчас достану то, что сверху лежит. Я думала, пойти в библиотеку или не пойти, еще одну, чтобы продлить книжки. Решила позвонить на всякий случай, потому что мне нужно было продлить в двух библиотеках. В одной оказался сам день, а во вторую я решила позвонить на всякий случай, что мало ли, может быть, там тоже у них сам день. В итоге мне прослели их дистанционно по телефону, вот. А оказалось, что мне книжку отложили, одну. И вот она, Джонатан Страут. Это «По ходу движения», третья книга. Сейчас я найду. Книга третья. Короче, получается, что у меня полное собрание сочинений, трилогия Бартемиуса. Все. Я могу читать, говорить вам какое-то мнение. Все у меня собрано. Вот. За отложенные книги нужно платить целых 20 копеек. К слову о птичках. Еще там есть у них такой стол, в котором можно книжками меняться. Я нашла, как заниматься самовоспитанием. Это как раз в тему. Вот. Посмотрим. Советская книга. Кочетов. И еще одна — «Безопасное общение. Как стать неуязвимым. Питер». Такая вот. Вот. Посмотрим. Будем... Ой-ой-ой. Уже кошки пробежали. Пух пошел. Остатки моей собойки. Раздавленные сухари, которые я делала. Их положила в пакет из-под чипсов. А вот, ну, я надеюсь, вы меня не побьете, если я ноут доставать не буду. А вот, а так, брала кучу ручек, там осталась у меня зарядка и блокнот. Вот, как-то так. Так что, что-то я могу положить обратно. А, ну, собственно говоря, я достала все то, что мне нужно будет сейчас. Вот, как-то так. Сейчас осталось мне привести голову в порядок, потому что она болит адски от нагрузки. И покушать, соответственно, и можно будет продолжать заниматься учебой. Вот такие дела. Такая красота. Так что большой рюкзак – это очень здорово. Другой момент, что ты получаешься как черепашка. И когда еще тяжелая одежда верхняя, то, конечно, это вдвойне тяжело. Все, побежала.
Надеюсь, вам было интересно и каким-то образом полезно. Вот. Тут кое-кто, кое-кто, кое-где хулиганит. Ай-яй-яй. 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 Но когда ай-яй-яй делаешь, она начинает его ловить. Но она знает, что так делать нельзя. Это она грызет коробки. Ой, у нас мелкий дождь. Видите, у меня размазалась моя подводка. Вот, так прошел сегодня мой день. Он еще не закончился. Но одну из его частей я вам рассказала. Все, пока.